Сегодня мы с вами рассмотрим полуавтомат укупорочный модели МЗ-400Т. Принцип его работы крайне прост. Винтовой колпачок закручивается с помощью четырех роликов, изготовленных из полиуретана, которые приводятся в движение от электродвигателя, имеющих регулировку усилия, так называемая закрутка с фиксированным моментом. Аппарат работает с разным видом тары и крыши, в том числе сложной конфигурации. Также для удобства работы оператора и точной настройки аппарата установлен сенсорный монитор, на который выведены необходимые параметры. Время закрутки флакона, интервал между операциями в автоматическом режиме и сброс счетчика количества выпущенной продукции. Работать можно в двух режимах. С помощью педали, так называемый ручной режим, и в автоматическом режиме с выбором задержки промежутка между операциями. По техническому заданию, согласно GMP, данный автомат был изготовлен из полированной нержавеющей стали, и все узлы его закрыты кожухом. Давайте приступим к работе. Спасибо вам за внимание. Всего доброго.